Итак, ну что ж, всем привет, с вами Марк, и продолжаем проходить Pokemon Soul Silver. Короче, мы остановились здесь вот на этом маршруте, который даже не помню, какой номер у него. Но и мы тут не досражались с тренерами. Ну и, короче, попробуем с ним по-быстрому разобраться. 4 покемона! Джаглер Ирвин. Так, ну что, Волтерп, и как-то неудачно я выбрал, хотя у него, блин, серьезно, второй уровень? Ват? Ладно, промолчу. Ну, Флаффи здесь легко справляется. Так, Волтерп следующий. Нет, я стою здесь. Волтерп. 6-й уровень. Окей. Но попробуем с тобой также разобраться. Ну, так-то Волтерп может взорваться, но нет. Ой, блин. Парализовал. Да как так-то? Он же тоже электрический покемон. Ну ладно, окей. Предположим. А вот и 16 уровень у Флаффи, отлично. Что может, конечно, не радовать. Так, ладно, что у нас, Волторг? Опять 10 уровень на этот раз. Попробую все-таки сходить. Чардж использовать. Ой-ой, он собирает эту энергию в себя. А может, не надо? Я хочу все-таки попробовать сходить. А я смог, смотри. Блин, ну совсем чуть-чуть не хватило, ладно. Так, не толкайся, слушай. А я ее спокойно атакую, вообще все равно, что я парализован. Ну, Флаффи прям разносит, так разносит. Ничего не скажешь. Так, ладно, Волтерп следующий, но и тут хз даже. Ладно. Так, 14 уровень, да? Окей, опять чардж. Окей, ладно. Может, не надо? Давай, хэдбат. Блин, ну это будет, конечно, подольше, но все-таки. Опять толкается. Ха-ха, тоже парализован. Лол. Нормально. Все, давай, отлетай, пожалуйста. Он вообще может взорваться. А, нет, он не может двигаться. А главное, мне вообще все равно. Что самое смешное. Ладно, все, это изи. Флаффи просто в соло вытащил. Ух, почти 17 уже был, ладно. Окей. Так, ладно, давайте. Так, у нас 5 сейчас добавит в покегир, да, насколько я понимаю. Да-да-да. Да, давай, вообще все равно. Почему бы и нет. Так, теперь, что у нас следующее? А, теперь надо будет поменять нам кого-нибудь. Давайте я, например, ну, Геодуда первым поставлю. И вот, теперь надо прокачать. Так, ну чё, у нас следующий тренер. Здорово. Здорово, здорово. Чё, как дела? С тобой тоже сейчас по-быстрому расплавится, блин. Магмар. Ой-ой-ой, опасно. Ну, я думаю, Геоду справится. Я как минимум на это надеюсь. Смог. Промахивается сразу же, но мы используем Рок-Томб. Попробуем. Не наносит ему очень много урона, и в итоге отлетает. Ну и 16 уровень Геодуда сейчас будет. Отлично, 16 уровень у Геодуда. С чем мы его и поздравляем, собственно. Ух. Магмар еще один. Ну, давай, я хочу на это посмотреть. Еще один Магмар. Давайте, я тоже Роктомом. Смоукскрин использует. Я сейчас могу промазать, наверное, или что-то. Да, я могу... Нет, я не промазываю, кстати говоря. Ну и по итогу Магмар почти отлетел. Но это было супер эффективно, и скорость падает у Магмара. Вот еще один Роктомб, но еще один смокскрин залетает от Магмара. Еще я... А вот сейчас я точно могу промазать. Нет, мне везет. Мне вообще как-то пофиг на это. Ну и Магмар летит домой. Ну и по итогу Геодуд... Ох, сколько много опыта. 17 уровень. Отлично. Геодуд 17 уровень. Ну тут прям очень легко. Ладно. Так, и что у нас тоже добавить? Да, давай. Мы всех добавим. Почему бы и нет, собственно? Так, ладно. Да-да-да-да-да. Вроде сказал, что типа через телефон... Подожди, а что там закрыто, что ли? Что там полицейский стоит? Мне это не нравится. О, Дроузи. Ну, мы его, по-моему, встречали, да, если я не ошибаюсь. Ну, типа, дикого я имею в виду, Дроузи.
Ну, не знаю, я бы не ловил его, не знаю, зачем он вообще, в принципе, нужен. А, так. Наверное, следующий может Квилаву поставить по приколу, его тоже надо прокачивать так-то. А, так, ну что ты нам скажешь, что полицейский, что случилось? Так. А, можно зайти, окей, а что тут у нас? Я даже не знаю, куда мы херачим. Какая-то реклама. Ну, я так понимаю, можем пройти спокойно или нет? Да вроде да, но там справа можно пойти. А, это национальный парк. Нифига себе. Нифига тут залагало. Не, подождите, назад я пойду пока что. Я хочу вон там разобраться. Там тренер, кстати, стоял. Надо с ним разобраться-ка. По-хорошему. Да блин. Да вы издеваетесь, что ли? Да вы шутите. Да вы шутите, а? Не, Куйлау надо будет. Да вообще все равно, я все равно уйду, какая разница. Так, привет, братан. Ну давай, посражаемся. Почему бы и нет? Почему бы и нет? Че, у тебя один покемон всего? Ну что-то слабенькое. Винонат. Ну и Винонат сейчас поедет домой, в теории. Флеймвиллом сразу его. Давай, давай, погори, 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 погори. Ха-ха-ха. Вот и все. Куда лезем, как говорится. Лау получает экспу, отлично. Ну это было легко, тут не поспоришь. И то что ли добавишь? Давай тебя тоже добавим. Что-то они все хотят добавить меня. Ладно, не буду никому отказывать. Всем добавлю, всех добавлю. Теперь мне вопрос, что тут мы найдем? Там я вижу покебол, но надо туда для начала пройти. А вот Абра у нас, тоже, кстати, психический покемон уже второй. Дроузи сначала был, теперь Абра. Я так понимаю, это не психические покемоны, но, если честно, я их ловить как-то не особо хочу. Да ёп, что ты будешь делать, а? Вот что ты будешь делать? Нидоран, ну привет. Ну, извини, пока я тебя точно ловить не буду. Ты мне точно не нужен, извини. А, вот оно что, понял. Ой. Не, подожди, хэдбат нафиг не нужен. Ну, ради этого идти сюда, ну хз. Ну окей, предположим. Короче, нашли херню, которая лечит от паралича во время боя, ну и не только во время боя. Ну короче, вы поняли. Так, у нас Нидоран тут опять херачит. И у меня Бадди. Не говорите, что мне придется перезаходить сейчас. Но мне в любом случае придется, наверное, перезаходить, если сейчас это останется. Да мне пофиг. Я уйду, я убегу. Я убегу как... Я понял, хорошо, пауза. Опа, а вот я и вернулся. Вот такая магия произошла. И тут кто-то стоял. Опа, здорово. А, так ты еще и тренер. Я думал, ты нам что-то выдашь. А в итоге-то как, смотрите, получилось. Ну это птицелов, я понял. Брайан. Пиджи, но тут легко должно быть. Я пока покачаю Квилаву. Наверное, потому что Квилава его труднее всего будет прокачивать, потому что у нее самый большой уровень. Ну, соответственно, чем больше уровень, тем сложнее прокачивать, логично. Пиджиота, ну тут ладно. Тут вообще, тут даже комментировать особо нечего, тут и так все понятно. Просто в ноль, короче, отлетают. Без шансов. Нет, с шансом, кстати. Сэнд атак. Зачем? Непонятно. Непонятно. Квик атак. Успевает атаковать, но... Слабо, слабо. Слабо, Пиджи. Давай, отправляйся-ка ты домой. А еще мне соседи сверлят, и вы наверняка это слышите, но я ничего не могу сделать с этим. Все, выиграли. Так, ладно. Чё тут было? Опа, понятно, что тут было. ТМ-66 Payback. Я не помню, что это за атака, что она делает, но... Какая-то атака. Но в любом случае не зря я сюда сходил. Так, наверное, все-таки поставлю на паузу, а то опять сейчас будет атаковать покемоны и вернусь, когда уже буду наверху. А вот я уже и наверху. Так, срубаем дерево. Посмотрим, что у нас там наверху будет. Опа, Квилава, конечно, молодец, не поспоришь. Так, а что у нас здесь было? Опа, у нас тут 36-й маршрут, и мы, получается, пропустили национальный парк.
Я даже не знаю, куда нам на самом деле-то нужно было идти. Я вот серьезно не знаю, какая наша следующая цель. Ой, извиняюсь, мы же в Покигире смотрим карту, уже забыл. Так, что у нас тут? Ой, радио мне не нужно. Блин, иди нафиг радио. Вот. То мы пошли наверх. А тут был национальный парк, да? Да, национальный парк, короче, здесь рядом. И мы можем попасть, получается, вот в этот город. Я так понимаю, там, наверное, гим есть. Ну ладно, давайте сначала здесь, наверное, походим. Че, он все равно тренера есть. Да-да-да, давай. Поговори с нами еще. Психические покемоны, да. Абра. Ну, кстати, на самом деле, они довольно опасные покемоны. В принципе, они бывают очень мощные. У них есть такие прикольные атаки, которые не дают атаковать покемонам, противникам, которым... Хорошо, объяснил. Давай 23-й добьем уровень. Нормально будет. Но тут я, наверное, все-таки Квилаву до конца ставлю, потому что не знаю, кто лучше Квилавы сможет справиться. Кадабра тоже едет домой. Падает, отпадает. Ну и, наверное, Локозам будет третьим покемоном, судя по логике его. Где-то третья эволюция Абра. А, нет, Абра будет. Локозам у него все-таки нет. Не повезло чувачку. Разрушил всю логику вообще. Ну и тут ладно, все понятно, короче, да, спасибо. Наилегчайшее. Без шансов. Квилава просто молодец. Просто соло расправляется со всеми. Я ошибался, говорит он. Понятно, ты ошибался. Это было понятно и так. А, хорошо, у нас тут опять какой-то задрот у нас стоит. Очкарик. А давайте вот посражаемся с ним. А давайте. А давай, мы могли его пройти, а я с ним сражусь. А я так захотел. Ой, один покемон у него всего, и это Танжелла. Интересно на самом-то деле. Я, наверное, зря вызвал Пиджиота тут. Ну ладно. Ну вообще да, это я зря здесь сделал. Потому что я сделать ничего с ним. Ну ладно, давайте попробуем Гаст. Может, газ тебя как-то остановит. Вот это другое дело. Критический урон. Танжела падает и... Давайте, я хочу 19-й. Да, 19-й уровень у Пиджиота. Замечательно. Но Пиджиот у нас потом еще раз эволюционирует. У него есть еще одна эволюция. И у этого есть, у нашего. Квилавы тоже. Да-да-да-да-да. Давай. Давай, я тебя добавлю. Почему бы и нет? Почему бы и нет? Ой, ладно. Давай. Он, короче, позвонит, когда что-то найдет. Он говорил, что он, типа, когда читает что-то, он вниз смотрит и что-то там не пропускает, насколько я понял. Типа, вещи какие-то, что-то такое. А она, это продавец вроде этих цветов Флория, что-то. Слушай. О, здорово. Это, я забыл, как его зовут, но, короче, этот покемон нам не дает пройти. Ладно, с ним мы потом разберемся, не сейчас. Мне интересно, что у нас здесь. Я просто... А, вот, кстати, тут. Априкон 3, давай, потрясем. Ебой. Синий априкон. Отлично, мы нашли синий априкон. Ой, если честно, я реально не знаю, что делать дальше. Я так понимаю, что я в национальный парк верну. Или как? Или где? А, я в городе сейчас в этом буду, да? Или что? А, нет, национальный парк. Я просто с другой стороны зашел. Ладно. Но прогружается тут, конечно, жестко. Я так понимаю, что... здесь тренеры тоже, да? То есть, получается... Ну да, если он там так смотрит, то это точно тренер. Так, что тут написано? Нойц... А, пишут, короче, что эти, полиция говорит, типа, если сражаетесь, то в траве это делайте. Да ёпта, да я только зашел, вы что, издеваетесь, что ли? Вот зачем мне Кокуна? 10 уровня сейчас особенно. Вот зачем мне этот покемон вообще нужен? Я ничего понять не могу. Ладно. Давай, сразимся. Давай, я хочу с тобой сразиться, конечно. Я прям мечтал о битве с тобой, конечно. Так, ладно,
Что у него тут? Школьник Джек. Одиш у него первый покемон. 12 уровень. Так, ну давайте Гаст, конечно же, первым делом. Попробуем его с первого раза, вынести. Я думаю, он отлетит. Да блин, как он выжил-то? Свитсент. Ой-ой. Мне все равно. Давай. Мы должны его вынести. Все, домой. Отлично. Одиш отправляется в таверну. Я хочу 20 уровень Пиджота набить уже. Я думаю, он этого заслуживает. Волторп. А вот тут я все-таки поменяю, да. Тут все-таки стоит, наверное, понять. Я попробую Геодуда в этот раз. Геодуд, я вызываю тебя. Против электрического покемона. Ну тут ты вроде должен справляться, Геодуд. Вообще без особых-то и проблем. Толкается, смотри. Но мало урон наносит. Что? Как я промазал-то? Соник Бум. Ой. Ну это было больно. А почему я промахиваюсь-то? Что за херня? Ну ладно, Квилава, что? У меня другого варианта нет. Особо. Вообще нормально. Вот это больно. Не, это больно было, да. Не поспорю. Что-то еще какая-то дичь была сейчас. Ничего не понял. Ну, вот и все. Сколько мороки-то с ним было. Все, отлично. Геодуд получает тоже опыт. Что? Что? Говорит нам Скулбой. Ой, ты тоже нас хочешь добавить, да? Да что вы все меня хотите добавить-то? Ну, я, конечно, буду добавлять, но... Да по приколу пусть будет, я всех буду добавлять. Это моя цель, добавить вообще всех тренеров в свой покегир. Ну, которые захотели. Так, ладно, я, наверное, Геодуда все-таки. А, не, Геодуд у меня уже прохерачился. Я его точно первым ставить уже не буду. Пойду я назад, буду искать каких-нибудь тренеров. А вон еще. Так, подожди, это был главный ход, да? Я вернусь обратно. А, нет. Говорит. А, вот, вот центральный вход, да. А они просто разговаривают, да? То есть тут они нам никакой особо полезной информации не сообщат. А, вот это у нас фотограф. Давай. А что, он нам реально фотку сделает? Нифига. Ха, прикольно. Лол, он реально фотку сделал? А теперь можешь мне ее дать? А, на ПК она у нас будет. Спасибо, братан, ты чё? Прикольно, кстати, все такие стали. Ой, ладно. Ой, нам Quick Claw дали, отлично. Я, насколько понял, типа, дает шанс первым атаковать, если я правильно понял. Окей, так, это у нас тетенька хочет посражаться. Ну, давай. Так, но она будет доступна, получается, у нас только на ПК. Нашем. Так, Снабл. Ну давай посражаемся. Ой, взгляд у него страшный. Ладно. Как тебе такое? Ой, не кусай. Не кусайся, блин. Довольно больно на самом-то деле. Но поэтому ты отлетишь. Ну, блин. Ладно. Надо было, кстати, хилки закупить, что-то я забыл. Хилки закупить. Все, Снабл у нас отлетает. Замечательно. Почти 20 уровень Пиджота уже. Нормально, нормально. 1024 нам заплатил, офигеть. Да-да-да, такой милый твой покемон. Давай обменяемся телефонами, давай общаться. Это будет очень весело. Ну, давай. Хорошо. Я хотел Мэрил, типа, но... Мне Снабл, мне тоже, типа, нравится. А вот мне Вольт звонит. Сап, это Вольт, как ты? Тебе нравится Нидоран? Фамилл Рейд. Полезная информация была сейчас, конечно, да. Очень полезная информация, ладно. Да ну, это Пиджи, вот это да, но у меня Пиджиота. А Пиджиот-то будет покруче, поэтому извини. Так, а ты сражаться не будешь, да? Да, потому что ты не в траве. А тут в траве только можешь сражаться. Тут высокая трава еще есть, кстати.
А мне, короче, надо найти всех тренеров здесь, которые тут присутствуют. Мне надо пройти, проверить, что тут точно никого нет. Так, вот с ней мы уже сразились. Мы пойдем направо, потому что мы справа были уже, да? Да, вот с этим мы уже сразились, окей. Там покебол, надо его как-то достать. Так, о, здорово, братан. Nintendo DS играешь? Так, ладно, теперь мы пойдем вниз. Что-то какой-то странный проход. А-а-а! Там можно будет забраться, но мы этого еще не умеем делать, ладно. Но зато возьмем этот покебол, и мы находим Scoot Bell. Окей. Ладно. Я не знаю, зачем он, но мы его нашли. Но главное, что... Неважно, зачем, главное, что мы его нашли. Ладно, а если мы здесь пойдем, то что-то будет? Такое ощущение, что ничего тут не будет. Но я пройду. Ну, зачем тут этот проход сделан, наверное? Значит, должно что-то быть. В теории. Да, я не прогадал. Да нет. Боже, я ж повернулся. Вроде как, а на самом деле нет. Диг! Подкоп. ТМ-28. Это атака для вроде каменных покемонов. Типа диглита. Они могут взрываться под землю и все. Значит, что, мне назад что ли бежать теперь? То есть я даже выйти здесь нигде не могу. Ладно, понял. Ну, как минимум, с одним тренером мы точно здесь не сразились. Там вот справа от нас. Окей, побежали назад. Боже, сколько надо пробежать-то тут. Все ради двух вещей. Ну ладно, нормально. Так, где он тут? Ой, подожди, слева же был. Да блин, кто... Ну ладно, кто тут в высокой траве вообще обитает? Ну вот Санкерн, например. Санкерн. Ну привет, Санкерн. Ладно, ты нахер нам не нужен, вот честно. Да блин, зачем я захожу эту траву? И опять Санкер. Да не буду я тебя ловить, ты мне не нужен. Ты мне просто не нужен. Так, сейчас минуту. Так, все. Сейчас минуту. Так, все, связь хорошая. Я проверю, что меня слышно, потому что... А, не, вон тренер. Ну чё, мужичок? Да... То есть, они что, в каждой траве здесь обитают или что? Да на самом деле, покемон вообще ни о чем в этом национальном парке, вот серьезно. Короче, плохо все тут. О, давай, неужели? Заметил меня. Давай, давай. Давай, давай, давай. Сразимся с тобой. Покефанат. Райч, ой-ой-ой. А вот тут я прогадал. Вот это я прогадал. Пиджота нам тут точно не поможет. Квилава. Да, неплохо я прогадал так-то. Райчу опасный. Таким. Ну, ну да. Как-то так все и получилось. А мне не выкинет случаем с бортатом? Ну, я полечу. Подожди, у меня есть хотя бы хилки? Да, у меня есть супер пойжен, отлично. Я же их закупал, я же тогда не использовал их. Да-да-да, я вспомнил. Все, замечательно. Да все, я тебя не боюсь особо. Мне там тебя добить-то. Ну хоть квик-атаком, блин. Ха, это все, изи. Наилегчайшее. Но все равно было опасно, на самом-то деле, ну ладно. О, Пиджота 20 уровня! Отлично, отлично. Я бой. Замечательно. Так, все, мы теперь сваливаем. И первым я, наверное, сейчас поставлю... Флаффи, может быть. Эй, ладно, пока никого не буду ставить. А, я сейчас похилю Геодуда, кстати. Так, а ему 20 хп, да, надо восстановить? Ну, по-моему, как раз эти восстанавливать позже. Вроде 20 хп, да-да-да. 20 хп и Геодуд. Отлично, все, его полечил. А, ревив у нас, кстати, один есть, окей, на всякий случай. Свич. Отлично, Геодуд. У нас в строю. Так, но вот с тобой мы еще точно не сражались. Но и по идее все, мы можем отсюда уходить. По-моему, я вроде как все залутал.
Да, это будет последний тренер, мы можем отсюда уходить, в принципе. Давай. Одиш! Давай я попробую с тобой разобраться по-быстрому. Ой, он живет, Одиш-то. Каким-то образом живет. Абсорб. Ой, качает хпсность. Кстати, блин, я тупой немного, как бы. Ладно, проще было Квилаву вызвать, потому что я тут же каменный, он же слабее травяного типа. Ладно, проехали. Ой. Блин, я парализован же. Вообще похер. Мне главное как-то сходить. О, отлично. Да, потянул так потянул. Ну тут все, отлет домой сразу. Геодут, Квилава, все, отлично. Кубоун следующий. Кубоун это у нас тот самый покемон. Да, вот он, первого поколения. Бонкла. Ну нифига себе. Так-то. Неплохо он мне махнул сейчас. Да блин, что-то не отлетел-то сразу. Ну ладно, давайте похилим Квилаву тогда сразу. Что-то они мне урон нормально так нанесли. Фокус. Фокусируется. Ну все, я тут могу вот так просто сделать и все. Все, домой. Прекрасно. Почти 24 уровень, кстати. Ладно, что я могу сказать? Да-да-да, давай обменяемся, чё бы и нет. Так, окей. Угу. Все, погнали теперь отсюда. Да, все, мы тут национальный парк этот посмотрели. Да, красиво тут. Подожди, стоп, а тут... у меня тогда вопрос один. А куда нам идти дальше? Это большой вопрос сейчас для меня. Подождите, то есть... Что-то я туплю. Че, я совсем что ли тупой? Подождите. То есть тут тупо он по кругу идет, то есть тут выхода нет, да? То есть там можно либо снизу выйти, откуда мы приходили, или справа, да? То есть я так понимаю все это дело. Насколько я понял, то так и есть. То есть нам в любом случае идти сюда, откуда мы, в общем-то, и пришли. Вопрос только, то есть нам с этим надо будет разбираться, с покемоном. Только я не знаю, что с ним делать-то, кстати говоря. Да, там был слева центральный вход, да, все верно. Значит, у нас дорога в любом случае одна. А вот что с ним сделать, я ничего не понял. Так, окей, ладно. А если я там, не знаю, потрясу дерево? Хэдбат использую. По приколу чисто. Ничего не про... Сейчас, минуту. О, он что-то там обиделся или что? Я что-то ничего не понял. Я его просто трёс. И он что-то даже начал как-то реагировать. Я не понимаю, что у нас сделать. Короче, ну... Хз. Я насколько ему вода, что ли, нужна? Или что-то типа такого? Ну хз, что-то он там обиделся сейчас. Короче, как оказалось, нам какую-то бутылку, типа с водой или что-то типа такого надо найти. Нам она вот это должна была дать. Воду, вот сюда надо было зайти. Давай, давай. Да, вот Squirt Bottle нам нужен. Да, все нам его дала, все, теперь мы сможем его пройти. Наконец-то. Вот, оказывается, в чем был прикол-то. Я сам не догадался. Вот. Нам было самому, как это, понимаете, догадаться. То есть мне пришлось сейчас смотреть прохождение другого человека. Ну, ладно, вернусь, когда дойду до туда. Та-да-та-та-дан. Та-да-та-та-да-дан. Так, да, я хочу использовать, конечно. Полили мы его, что ли, типа, да? Он проснется. Ой, он атакует! Нифига, сейчас бой будет. А что, мы его поймать можем? Ну, в принципе, я не против его поймать.
Суда Вуда его зовут, я вспомнил. Суда Вуда. Ой, боже. Ладно. Так, ну что можно использовать против него прям? Давайте Флаффи попробуем, не знаю. Я хочу его поймать. А почему бы и нет, я считаю. Ну тебе, блин, нам можно Крылаву просто вызвать и все. Ха-ха! Ну вот, секретное оружие. Паралич я тут использовал. Тандершок давайте попробуем. Ну да, это будет слабо. А, ну я тут все продумал. На самом деле, еще 17 уровень Флаффи будет, а я еще и Крылаву вызвал. Блин, а зачем? Мне же наоборот надо ему урона мало нанести. Чтобы... А, ну и Крылаву тоже сейчас уровень будет. И вот это, конечно, я не ожидал. Ладно, я промолчу. Хэтбат попробуем, не знаю, сработает ты им... Нет, это я зря сделал. Но он парализован. А я попробую, ладно, просто тандершоком его. А, я тоже парализован, отлично. Ой, боже, что происходит? Что, блин, происходит? Ну ладно, таким темпом, может, мы и нанесем урон. Но я еще пока что живу. Ключевое слово пока что. Нет! 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 Флаффи, нет! А, да, давай следующее. Я его добью. Давай Пиджота попробуем. Попробую квик-атак сразу. Быстро, чтобы. Без комментариев. Он мне сейчас всех вынесет тут. Гасты. Давайте толчок попробуем. Что-то как-то такое себе. Мне, по сути-то, ему не особо много урона осталось нанести. Не ну, чтобы он не отлетел, главное. Ну, он, блин, надо было сразу так атаковать. Ладно, я попробую его добить. Ой, точнее, не добить, а поймать. Я попробую это сделать. А для этого мне понадобится... Ну, это же Гиа тут, блин. Чё бы и нет. Покеболы, фастбол, ультрабол, грейд. Давайте грейд попробуем. Я хочу грейдом поймать. Ну, грейдом-то он точно должен пойматься в любом случае. В теории. Чего?! Тебе вообще похер? Он не поймался даже с грейтболом, я промолчу. Так не говоришь, что я отлечу сейчас? Да не, мне похилиться-то по сути надо, конечно. На всякий-то случай. Но что-то я не думал, что это настолько все будет плохо. Я даже не знаю, чем теперь нанести, чтобы он не сдох. Ну, чтобы я при том тоже не сдох. Мимик он хотел использовать. Кат попробовать. А, ну и да, я тоже пролезал, отлично. Кат только если. Да, катом будем его херачить, короче, до самого конца его дней. Надо кат использовать, да. Ну, конечно, тупо так делать, ну ладно. Я ему хочу прям минимально... нанести. Тоже кат, ну молодец, я тебя поздравляю. Да все, его ловить можно. Но он поймается, он сейчас точно поймается. У него хп мало. Последний грейтбол используем, ладно. Ладно, ты там еще, там у него средний. Он не ловится, его что, убить что ли надо? Подождите, минуту. Так он отлететь все-таки? Ой, иди нахер, короче, ясно. Просто я ясно его поймать, значит, нельзя вообще. В теории. Ну иди нафиг тогда. Вот честное слово. Я столько на него просрал вообще, это жесть. 24 уровень Квилава, но я расстроился, блин. Defense Curl. Это чё? Я уже забыл, что это. Кипол. Да похер, я не буду это учить. Тай. Кипол мувс, да. Все, наконец-то. Я-то думаю, его поймать можем, оказывается, не можем. О, Барри Поттс мы получаем.
И тут мы остановимся, пожалуй. Да-да-да, спасибо. О, еще дает нам урон оранжевые эти ягоды. И еще Patchy Berries. Спасибо. Короче. Все, мы на этом заканчиваем нашу серию. Сейчас единство Джой нам звонит. Так, как-то ля, ратата. Мой ратата отличается от обычных ратата. Да, вообще похер. Вообще похер. Все, на этом мы, пожалуй, закончим нашу серию. В общем-то, с вами был Марк. И всем пока.